В Болгарии расследуют гибель беженца. Обстоятельства перестрелки между пограничниками и переселенцами сейчас выясняются, но уже известно, что все случилось в районе города Средец. Там патруль пытался задержать группу 40 афганцев, но они отказались подчиняться приказам и вроде бы достали оружие. Применили его и солдаты. В итоге один из нелегалов убит, и это стало первым подобным случаем с начала массового прихода беженцев в Европу. Все это как раз в тот момент, когда в Брюсселе утверждали план по преодолению гуманитарного кризиса. Согласно нему, ЕС может выделить Турции до 3 миллиардов евро, по сути, на то, чтобы она размещала мигрантов у себя и не пускала их дальше. Для Турции, по мнению ряда журналистов, такая вот попытка Европы откупиться от проблемы и решить ее чужими руками может стать звездным часом. Анкаре уже намекнули на дополнительные бонусы. Если дело пойдет успешно, туркам ускорят процесс по отмене виз.